Когда в душе огонь, на сцене настоящая феерия. Целый год больше 200 культурных объединений республики шли к финалу фестиваля «Наш дом, Татарстан». С танцами и песнями, будь то гопак, калинка или лезгинка, номер должен быть в национальном духе каждого народа. В инстаграме президента «Татарская плясовая». Для нас сохранение мира и согласия, развитие языков, культур и традиций народов всегда было и будет важнейшим приоритетом. С этой целью реализуется государственная программа, возводятся учреждения культуры, создаются условия для развития народных коллективов. Чернобровая моя, черноглазая моя. Через минуту на большой сцене ждут детский ансамбль «Домисолька». Это девчата, поющие русскую народную, а состав их интернационален. Есть татары, есть крещеные татары, есть русские, есть украинцы. Это донская казачка. Для каждого человека надо быть человеком. Вот. Человек с большой буквы. Если уже у тебя есть эта человечность, ты найдешь и с кавказцами, и с украинцами, и с русскими, и с татарами, везде будешь жить дружно. А вот казанский коллектив пошел дальше. В разных национальных костюмах все они собрались ради одного общего номера. Игра «Хоровод. Народы Поволжья». Здесь представлено 6 народов. Русские, русская, татарка, чувашка, мордовка, удмуртка и марийка. У каждой народности своя изюминка. Что-то удивляет скоростью, что-то плавностью движения. Где-то никуда без инструмента, где-то без реквизита. Или, например, вот турецкий танец. Я как понимаю, самое главное здесь чалма, да, ребят? А вот что касается движений, как, с чего начать, что самое главное? Смотрите сами. Подожди, ребят, это быстро, слишком быстро. Скорость, грация, а после череда наград. Президент республики вручил госнаграды татарстанцам, наиболее активным в укреплении мира и согласия. Я рад за то, что вообще наградили. Рад за тех людей. И хочется им здесь в камеру сказать спасибо вам большое. Профессиональные коллективы, самодеятельные группы. На гала-концерте выступили все, кто день ото дня сохраняет и развивает культуру народов республики. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.